вами Клуб Здоровья и Баланс, и сегодня мы поговорим о самой востребованной процедуре, за которой приходят к нам в клуб. А именно, это процедура по коррекции тела. Она включает в себя массаж тела, массаж лица, и бонусом мы дарим вам обертывание. Процедура проходит 2 часа. Олеся Подберезкина – мастер различных техник массажа, основатель клуба «Баланс» и школы авторской техники массажа. Подарит здоровье, научит, как его обрести и сохранить надолго. В коррекцию тела у нас входит общий массаж, который мы будем не только поглаживать, но будем делать глубокие техники на проблемных местах работы с жировой, также мышцам возвращать их анатомическую длину. Большое внимание уделяем таким зонам, как трапеция, лопатка, обязательно работаем с местами укороченными, они будут болезненные, мы их разминаем глубоко, это будут триггеры. Те, кто сидит долго за компьютером, либо занимается спортом. Вообще эта зона у нас самая подвержена к укорочению и напрямую зависит от молодости нашего лица. Отеки на нашем теле очень сильно зависят от положения таза, поэтому мы не просто прорабатываем, а снимаем напряжение с костей таза. Работаем глубоко с мышцами. Освобождая крестцовую область. И переходим на позвоночник. После массажа спины мы переходим к массажу ног. Давайте вспомним, что в предыдущих передачах мы с вами особое внимание уделяли стопам. Мы раскатывали теннисные мячи. Если же вы этого не помните, посмотрите наши предыдущие выпуски. Ольга Иванчикова – мастер различных техник массажа лица и тела, нутрициолог. Вернет здоровый внешний вид вашей кожи. На стопах расположены самые важные точки – связь с внутренними органами, связь с позвоночником, связь с нашим лицом, вообще связь с асимметрией нашего тела. Прорабатываем каждый пальчик. Пятка – это тоже сустав, и уделяем ему особое внимание. Также особое внимание уделяем ахиллу.
И теперь переходим на массаж икры. При массаже коррекции тела мы также делаем диагностику нашего клиента. То есть мы смотрим, какие у нас мышцы. Если наши мышцы находятся в тонусе, мы их расслабляем, делаем приемы на расслабление. Если наши мышцы слишком расслаблены, значит мы их укрепляем, так как клиенты приходят разные. Кто-то хочет укрепить, кто-то расслабить. Например, наш клиент, он занимается спортом, и мышцы у него в гипертонусе, поэтому нам нужно их расслабить. Каждая женщина, приходя на массаж, хочет себе упругую красивую попу. Для этого у нас много подходов, много техник. И мы работаем с жировой тканью клиентки. Для клиентов со слабыми мышцами, которые не любят ходить в спортзал, есть также техники массажа, которые мы используем. Это статические и изометрические упражнения. Клиента просим носок на себя и качать ногу. В это время продолжаем делать массаж. И используем выжимания, оставив ногу в статике. Также большое внимание уделяем зоне боковой поверхности. Хорошо выжимаем. И уже работаем конкретно над проблемными зонами в нашей коррекции тела. Также делаем массаж спереди и переходим к обертыванию. После массажа тела переходим к процедуре обертывания. Мы наносим средство для обертывания на проблемные участки. Наносится средство как сзади на клиенте, так и спереди. Легкими массажными движениями. Процедура обертывания вам даст более лучший результат, продлит эффект массажа. И качество вашей кожи улучшится. После нанесения обертывания мы укутываем клиента в полиэтилен. Для парникового эффекта, чтобы обертывание наше работало. И накрываем теплым пледом. Далее переходим к массажу лица. Сегодня я вам покажу массаж лица по маске с лимфодренажным эффектом.
Обычно на массаже лица клиент засыпает. Это полностью расслабляет его, он получает двойное удовольствие от массажа. После окончания массажа лица мы с вами снимаем обертывание. Процедура наша закончена. Отправляем клиента счастливым, довольным и красивым. Для коррекции тела, как мы уже говорили, каждому клиенту у нас особый подход, но каждый раз мы чередуем массажи. Ручные, используем разные приспособления для дренажа, это и банки, и для укрепления мышц это фитнес-резинки, и скребки. То бишь массаж может быть меняться, чередоваться. Каждый раз вы приходите и получаете постоянно новый и новый массаж, который подбираем с мастерами по индивидуальной программе каждому клиенту. А мы ждем ваши вопросы и пожелания, какой массаж вы хотите увидеть в следующей передаче.